А вот такое интересное место приехали. А, тачка нужна. Тип съехал с дороги. Спасибо вам. Не существует? Да, а как волчонок с 5-литровым двигателем? 20-й год. 6,3 мотор, а их не существует. 4-литровый мотор. Ну да, третий сорт не брак. Это не моя машина, чего должен за чужую машину платить? Да ты все купил? Да, вот здесь самый крутой Каен. У вас 10. Пробег 52 тысячи. Я уверен, пробега под 100. Ну что, банда, я в Грузии. Еду сейчас на рынок. Автопапа, их не местный. Сейчас посмотрим. Встречусь с дружбаном, с Димончиком. И сделаю маленькую экскурсию по рынку. Посмотрите, какие там тачки продаются. Какие есть предложения. Кстати, сейчас на этот рынок приезжает более 11 стран покупать машины. У них есть зона независимой торговли, она уже давно. И тут, кстати, очень дешевая растаможка. И есть еще свои лайфхаки, как растаможить автомобиль на украинца. Так что этот, следите. А у нас дальше Грузия. Лоск переехал. А куда он переехал? На автопапу, да? В горы. Как дела? Да, блядь. Ну что, ты держишь тероборону? Тероборону в Грузии. Слышишь, а ты теперь я там загорел. Я наверху, ты понял? Я там наверху, как орел, ты понял? И пришел, взлетаю. Вот он, Поршечок, да? Этот Порш уже все. Этот Порш продан. Уже продан. Это был новый. 22-го года. 22-го года. И красивые номера. Красный салон. Так, а этот Поршечок у нас еще в продаже. Это чисто женский вариант. Не, ну, блядь, либо дорого-богато, либо дорого-богато. Для богатого мужчины, ты понял? Нужен какой-то криптомен. Криптомен. Плохо, что не 2,9 мотор, мне сегодня звонили, сегодня продали бы его. 3-3-литровый. Да ты шо? А пахнет як? Да ты шо? Именно топчик. Поршак, блядь, то, что надо. Надо брать. Бля, тут Украина, я тебе, чтобы ты понимал, машин 400, наверное. Причем тут у этого типа только на 1,5 ляма машина. Слушай, красиво, блядь. Тоже это украинцы, да? Да, все. Пацаны, такой прикол рассказываю. Едем же в этом, блядь, самолете. Летим, понял? Начинается такой кач, блядь, драка именно в самолете. Да, грузины между собой, бах, дах, кров, там нахуй, я просто не рискнул камеру включать, потому что думал, можно в пиздорез зайти, понял? Короче, именно, понял, понабивали ебло друг другу, понял? Там мусора встречали, понял, сразу же подъезжали. А это на посадку, там орут эти все, ну это был такой трэш. Я тебе скажу, Поте, короче, забираю машину с порта. И захожу в порт, смотрю, грузины вообще качаются, думаю, сейчас друг другу ебало набьют. Ну, они прям так прыгают друг на друга, знаешь, на носочки становятся, выгибаются. Я в порту где-то был минут 20-25, выхожу, они до сих пор орут друг на друга. Блядь, они что, ебало, у нас уже давно друг другу ебало набили и разошлись бы, уже и помирились бы. Слышь, ну много машин, блядь, реально. Сделал, смотри, Тайкан. Тут, блядь, все, что хочешь. Что ты кружишь? Ты не понял. Ты хочешь, чтобы тебя еще на X кинули, блядь? Вы понимаете, как, блядь, харьковского барыгу, блядь, могли насыпать? Значит, двушки доллары. Андрюху, блядь. Андрюху, блядь, кинуть. Ты вообще представляешь? Я говорю, может, блядь, до Батуми пешком дойти, блядь. Ты двушку. Сука, какой-то цыган харьковский, блядь, кинул его, блядь, на двушку долларов, блядь. Вот тоже X6, наверное. А ты ему телефон отправил или что? Или ты ему просто запчасти заказал? А, у него? Блядь, на сенсорном руле буду, блядь. Да, сука. Да, я ему скинул? Пидорас, он мне скинул. Я хотел диски на машину, понял? И этот пидор, ебать, скидывает диски один в один, как я хотел. Он не знал, как я хотел. И он скидывает, как я хотел. Я ему говорю, на тебе еще, блядь, 500 баксов за них. Так он, Иван, он накидал денег, а тип вообще чистая фирюха, вот чистый. Красиво так стелит. Фольксвагенов просто, ну, я не знаю, как Андрюха вообще велся. Он наперед ему... Кэш, ну ты же видишь, он в группе писал, срочно нужны бабки на лазаки. Он уже думаю и хату готов. А что за группа? В этот, это же Люди Икс? Да. А я, блядь, просто на этих групп, нахуй, миллион, блядь, уже не успеваю следить за ними. Харьковский, кстати, Кадиллак. Ребята. Годится. Хорош, да? Вон Таха, тоже харьковский. Еще один сними. Так он вернул бабки, нет? Он на бате не показывает, где он находится. Не вернул, куда вернул? Ты чё?
Нормально двигаемся, блядь. Контейнера узбекские, мы нас сопровождают. Пацаны в телефонах работают. Сейчас решается, двушка моя вернется. Ладно, Андрюха, с трансом пойдешь, блядь? Нет, не пойду. Ладно, за двадцатку зелень может быть. Полтав. Полтаву цифры. Вот это ракета на газу и в Азербайджан. На газульке. Летишь? А? Летишь? Так, конечно. Давай, аккуратненько только. А если что, то у меня такой костюм, как вот эта скатерть. Готовились к Вадоса приезду. Нет, кто-то накрывает столы, знаешь, под для приезда, а мы даже скатерти нужны. Да. На такое интересное место приехали. Димчик, ну расскажи, как у тебя настроение, как Грузия? Самое приятное и энергически чистое, наверное, местное, да, это горы. Да, горы. Как говорится этот, чем ниже приоры, тем выше горы, да? Да. Как-то так. Такая интересная смотровая площадочка, сейчас посмотрим. Край приорно-горный. Я могу сказать, очень красиво, очень душевно. И как вы вам смотрите, заведение такое легенький вниз, спуск. А тут можно ликвидировать собеседников. Помню, с чего начиналась моя мои первые заработки. Сейчас так себе подходишь, ну дует, слышишь? Реально с этого... Идешь себе так, ветрувачек тут в горах. О, срабатывает уже очко жим-жим, если честно. Хороший кабак, на самом деле. Еще не дотрелся. Пожалуйста, только чтобы у него голова не закружилась. Ебал таким-то лезть туда вниз. Короче, только что остановились. Тип съехал с дороги. С Димончиком спросим, помощь нужна или нет. Что, братан, помочь тебе? Да, как ты съехал? Не знаю, здесь фура, просто проходил так. Давай, может, попробуем сначала толкнуть. Давай посмотрим, куда вперед или назад. Давай-давай, потихонечку. Есть, потихонечку. Ровно колеса. Потихоньку, давай. Потихоньку, давай. Давай, потихонечку. Ровно, едь, давай. Давай-давай. Вопрос, может, потрунить или нормально? Не, нормально, так и едь. Выезжай. Есть. Спасибо вам. Да. Да, берегите себя. Аккуратно. Счастливо. Как-то так, да? Что бы они делали без нас? Ты понимаешь, что в этом мире без украинцев никто не может дать них везде. Без Украины вообще никто не может ничего сделать. Блин. Поэтому Украине помогают все. Потому что понимают, что самый добрый и братский народ. Посмотри, сколько вот ехало людей, хуй кто остановился. Да, реально, потом с девочкой тем более. В горах, блядь. Обочину Валеры. Да, в горах этот. Как-то так. Доброе заряженное утро. Мы едем на базар, а Дима пьет. Таблетки от головы. Да какие таблетки? Наркотики. Наркотики. Запомните эти таблетки и не употребляйте. Ладно, шутка. Шутка. Короче, едем
показывать вам офферы, как зарабатывать на машинах, как продавать машины, покупать хорошие машины. Короче, пришли мне платить свист перевод со мной. От меня, точнее. Ну, конечно, этот парень, как истинный коммерсант, конечно же, пошел себе и открыл самую модную карту. Поэтому такие дела, он не просто летает по миру, походу. Еще и становится клиентом банков всех возможных. Есть money, как бы, вы видите, теперь мы на каком стиле будем двигаться, чисто по-грузински, как бы. Мы вам будем показывать такие интересные связочки, как продавать машины, как зарабатывать на них. Ну и делиться с вами просто идеями, смотрите. Мы, как вы уже знаете, много лет, я всегда с вами со всем делюсь. И будем еще больше посвящать, будем показывать наше окружение. И как просто ставить цели каких-то и достигать. Так что мы теперь на грузинском стиле двигаемся. Хорош, слушай, да? Ну как, в Грузии получается таксовать вообще? Это как заказ принял, сейчас по карте едешь, да? По карте едешь, да, все, как бы, куда тебе надо? Слушай, подменный таксист рядом сидит, если он устанет. Так, заезжаем на рыночек. Просторы. Это, кстати, автопапы. Вот, видишь, вот это все площадка. Он, видишь, в очереди стоят машины. Ага. Сейчас мы этот покажем вам тест-драйв Каенов, то, что были проданы. Наши канадские привезенные. А, тачка нужна. Недорого продаю. Совсем надо продать новый Porsche Cayenne. Бери, недорого. Задаток. Не существует моторов. Да, а как волчонок с 5-литровым двигателем? 20-й год. Не, не существует. Вот смотрите, как вам. 6,3 мотор, а их не существует. Это, наверное, Америка, да? Америка, да. 4-литровый мотор. Смотрите, как плаком намазали. Блестит все. Ты бы купил бы сразу, да? Когда так блестит. Да. Понял. Так, хот-доги свой бизнес продашь? Нет. Ну подумай. Никогда. Ну подумай, хорошо. Нет, блядь. Деньги пока не живые. Понимаете, вот он, спекулянт. Не-не-не, я за кадром. Я вам покажу фотографию отдельно его, блядь. Вставлю так аккуратненько, там дело с пачкой денег стоит. Подожди. Видел это видео, когда тёлка лежит и ему мужику там что-то... Подожди, лишь не надо говорить. Худок ему на ней на морду. Так, подожди. Давай вернемся к вопросу к тому, что я у тебя хотел купить до войны твой бизнес. Да. По поводу хот-дога. А я... Бизнес хот-доги. Хот-доги, да. Да, я хотел купить до войны. Да. А не получается... О, смотрите, какой. Слышь, Cartier кольцо нормально в кадре смотрится. Какая ручка, маникюры, блин. Не, уже нету маникюра. Приехали на рынок. О, сейчас чаечки стоят. Бариги, бариги, бариги. Что почем, брат? Хоккей завтра, с мячом. Завтра вообще будет просто. Завтра должен быть разрыв, сегодня пятница. Машину тут лучше не мыть вообще. Не мыть? В Грузии не умеют мыть машину вообще. Мочалками с песком потерли, да? Да, да, да. Нет, у них больше, у них швабра, понял? Это которая, блядь, полы. Швабра, можно, типа, понял, краску снимать будет. Да, да. А выгребли, тут было все бито. А куда они ее купили все? Под ремонт? Да. Тойота не ломается, говоришь, да? Лонжероны целые, смотри. Да это, блядь, полтора дня работы, я напоил. А что тут этот, побелить, покрасить? Смотри, ляда целая. Блядь, да в смысле? Да это новый. Так эту машину вообще не надо, она сейчас поедет даже. Ну так она сейчас запустится и поехали, блядь, смотри. Все новое, блядь. Не лонжерон, видишь. И он баклажка с бензином даже стоит, смотри. Димон, давай. Давай, сейчас заведется, ты это забираешь, уезжаешь на ней. А резина новая. И Вадик у себя на канале ее разыгрывает. Что, закрыта дверь? Закрыта, блядь. Без пиздец, ничего. Легкое ДТП. Бабушка ездила, блядь. А Коля бы такое восстановил бы и продал. Сейчас на битых машинках на площадочке V8 посмотрим. Во! Вот Бронко есть. 22700. Это битый, да? Старт. Ну тут мотор 1.5, у меня 2-литровый. И у меня комплектация самая полная. А мне Бронко нравится. Это кайфовая машина, на самом деле. У меня есть, тут привезу. И он на тряпке, понял, на всей этой херне, на коже, на панораме, двухцветная кабина. А есть тот Бронко, который разбирается, как он называется? Бронко, а это Бронко Спорт. Вот это BMW, ты вроде, я сука, 20 тысяч.
Ой-ой-ой, хороший удар по камере. Камри не ломается. Камри не ломается. Слушай, а много камри стоит. Я ты не видел много камри. Много камри там, на той. Да, он бери, забирай этот. Как раз. Ебать. Что по мотору? Сейчас бы поднес получилось. Да, блядь, смотри, келик вывернул вообще в момент. Тут можно купить и сразу растаможить. Это они все тут стоят на 60 дней, те что? Нет, здесь вообще бессрочно. А, бессрочно, да? Это типа как площадки здесь сделаны. Таможенная да? зона. Заднеприводные, блядь. Он баги для ВСУ. Блядь, ну заднеприводные, конечно, так тяжело продается, это пиздец. Копал. Да. Найти ценителя надо. Ну да, третий сорт не брак. Короче, такое себе, блядь. Очкочки и тапочки. Ремонтные работы. По коробочке что-то не едет коробочка. Сейчас будем разбираться на X5. Тёма, что ты скажешь про Грузию? Отлично, сколько раз это снимал. Короче, в Грузии устроились с Димой на СТО. Устраиваемся. Собеседование проходит. Пошли собеседовать. Я думал, уже взяли, уже там говорят. Раньше времени говорю, ебать. Тёма, вот наш помощник еще. Гайки будет крутить. Ключи подавать пока. Пока не вырос еще. Запомните его таким красивым. Тёма, сегодня у нас на всем это. Тест-драйв. Как всегда, молодых запускаем вперед. Ты показал, как ты хочешь? Да. Ноли. Ебать, что Люсю нахуй сидел. Я ебал с 30. Честно. Я думаю, ты... Я ему пытался показать то, что ну, нормально, типа. Так, пусть он тебе челку чуть подрежет. Да так. Все уже, ну куда он и так срезал. Вот да сколько ты ему отдал, блядь? 40 лар, ё. Тёма, Димон, это ты такой барбершоп нашел. Слышишь, ну я не вижу пока, наверное. Чё? А что тебе, зачем здесь 30? У тебя так охуенная стрижка. Я, походу, вообще не буду в этой жизни стричься где. Ладно, лучше мне вообще не стричься. Теперь мне придется кепку, как у вас, как у нас. Психует же, Лесик. Да, уехала, блядь, тачка нахуй. Начинается, говорит, ни разу не ел Макдональдс, блядь. Набрал себе, понял, мне только кока-колу выделил, блин. Да ладно. Остренький. Может тебе нож положили туда? Какого члена он остренький? Ну, а нам приятного аппетита. А мы все банда едем. Тёмыч подстрижен хорошо, блядь, с самого утра. С самого утра. Ля-ля-ля, уже бежит. Там о, мэр, там все. Блядь, наламывает бизнес, все, уезжает. Ты же пизда вам говорит, блядь. Да я тебе говорю, они, ты прикинь, не дали продать пацану мэрсами, а другому купить. Ну просто две судьбы разрушили. Так глянь, сколько мы едем, а вот это все. Вот, смотри. Ой-ой-ой, что тут происходит? Да ты что, сегодня будет именно это? Жарко. Какие барыги стоят? Азербайджанцы, грузины. Стой, посадик, блядь, заберем тебя. Заберем. Мой хороший, говорит, поехал. Да, блядь, не ладно, что ли. Ну ладно, Симус, где тут да, ты что? Симус, собаки заблудились. О, а дверь? А дверь, ебать. А дверь, быстро! Бутачки продавать надо. Ай, слушай, как красиво. Чисто сейчас именно грузинский движ сейчас начнется. А, слушай, привет. Здорово. Видите, как человек здоровается на камеру? Даже мой друг Рашид решит разогнаться и уебаться в этот. Я даже разделю с ним эту судьбу. Плати чек. Все ты будешь платить? Зачем? Я тебе все отдал. Это не моя машина. Чего должен за чужую машину платить? Не знаю. А, то есть билет тебе потом купи на самолет. Да, да, обязательно. Скажи ему, пусть купит. И пару чебуреков, да? Ну что, тебе нравится? Нравится. Доволен? Нормальные тачки? Да, отлично. Поговори. Ты можешь сейчас обзвонить? Синий, наверное, не зайдет, да, цвет, Эриксон? Синий нахуй брать не надо, да? Новый цвет. А? Лучше этот.
Белый этот, черный. Видел? А тундра? Тундра вам интересна? Тундра, да, интересно, то мало просто. У нас этот северный Казахстан мирон. Ай, 20. Да, первый. Сколько пробег? 9000, что ли? Ну давай покидаем, нет, не проблема. Сколько бахов вчера? А что ты с утра очередь не занял? Я про это говорю, ключи ты не оставил, бро. Да, я пиздец. 9 тут утра думали, хотел поставить. Мрео. Грузинская Мрео. Это не Мрео, это соагентство. Да, это соагентство. Соагентство? По-моему. Это типа так осмотр называется. А Мрео это же это российское, очевидно. Советское еще название. Соагентство. Ну что, ты доволен тачкой? Отличная тачка. Будешь еще покупать машины? Дима и Вадим. И нас тоже Дима и Вадим. Тут в таких парах работают. Какие хары бичи. Это, короче, здесь сначала проходит эксперт, да? Mm-hmm. Тут эксперт, а он пройдет, потом сюда пойдем, рейс там сделаем и все. Посмотрим. Ключи надо было оставить, я дядь эту Коли спросил, вот тут не ключи да не вы сказали, вы же ходите как эти, как зачарованные. Надо было еще друг за другом. Сделать. Вчера вообще ни одного человека не было. А где они делись? Целый день на Мрео сегодня Каенчик оформляем. Нотариус забыл поставить печать, это, конечно, вообще весело, блин. Но ничего. Сейчас решим обычные трудовые моменты. Короче, выбираем иной номер. Смотрите, номер. Джеймс Бонд. Бонд, видите, оп, поезд. Опа! А Джеймс Бонд уже ездит. Номер занят, как бы вы поняли. Ой. Как тут и была? Не отвалило что? Ездите на здоровье. Все, спасибо тебе. Да ты все купил? Да, вот здесь еще серых было, черных было. Я их отправил уже. Вот этот 300-ка, да? Да, 300-ка, да. Потом вот этот белый. Да. Серая была и черная была, тонированная. И вот этот Каен. Это Каен самый крутой. Самый крутой Каен, конечно, по-любому. Потому что на нем больше всего заработаешь. Иншаллах. Я тебе желаю, серьезно, видишь, легкой руки. Да, конечно. Здесь очень хорошая комплектация, там полная. Полная, все есть. Ночное видение, дистроники, панорамная крыша, мертвые зоны, бесключевой доступ, 23 колеса. Это как бы немало. Красный салон, ремни другого цвета, да. Музыка бассе стоит. Так что это тачки будем тебе подгонять путевые. Блять, ебать, на. Жаба на роликсах, блять. Как дела? Нормально, сейчас, блядь, тачку завалю, нахуй, поеду, сука, до ресторана. Сын, а что там трансы, как поживают? Нихуя, блядь, не пишут, сегодня минет не предлагают. Пацаны, какая основная мотивация на сегодняшний день? Продажи, деньги. Продать Porsche, Cayenne купе. И уйти с хорошим настроением. Да, а он цыган уже стоит. Спорим, сейчас подойдем к нему, и он отвернется, когда мы будем здороваться на камеру. Смотри, лайфхак. Показываю для всех вас. Привет, братан, как дела? Вот так вот он каждый раз. Ай, Каенчик купе. Надо сегодня продать его. Реально классная тачка. Какой Мерседесик у нас есть на продажу? Да, краска поднялась. Смотрите, рассказываю. Крашеное заднее правое крыло, говорит, не знает. Ну вот, смотрите, сдулась краска. А тут уже, вот, видно, что крашено мусор, типа под этим. Откручивались болты, снимались, видите, ржавые болты, двери снимались. Просто так на не крашеной машине не снимается. Разбиралась она, вон даже задние седухи снимались.
А то вам тебе типа от Германии пригнано. Вот такая вот МГС-шечка. Короче, такие дела, поняли? Вот вам вердикт. Надо всегда просматривать машины. Внимательно смотреть то, что ты покупаешь. Пробег 52 тысячи, но смотрите на седуху. Я уверен, плюс-минус пробега под сотку. Руль подстерся уже. Вот так вот тебе и этот. Так что таки делай. Так, это забыл лицо вот так вот. Это не медийный товарищ. Вот так вот чуть-чуть нюхай капюшон. А что, ты посмотрели?